идея такая была, показать несколько песен, в которых есть какая-то история, которую, может быть, вы слышали уже как бы на альбомах на наших. А вот как они делались, вот я хочу рассказать, допустим, вот у нас альбом есть «Сочинение в транспорте». Он такой как бы электронный. Но все песни я сочинил на гитаре для этого альбома. Потому что у меня никакой электроники не было, потому что синтезатор, если кто помнит, в начале 80-х годов хороший постсинтезатор стоил столько же, сколько «Жигули». То есть 4-5 тысяч рублей. Но такие деньги, естественно, было не по моему бюджету студент. Вот, мы брали там на несколько часов у знакомых, у каких-то подсовщиков, договаривались про синтезаторы, чтобы быстро все записать. Ну а песни сочинялись на гитаре. Мы сейчас продемонстрируем песню, которая вот написана сначала на гитаре, а там игралась такой допотопный аналоговый электроник на альбоме «Сочинение в транспорте». И она называется «Сердцеед».